Ребята, всем привет! Я на новой локации. И как понимаю, что это должна была быть гостиница. Некоторые говорят солнечная, точно не знаю. Кстати, очень красивый вид. Открывается с окон. Или открывался бы. Интересно, что здесь могло бы быть? Сюда, наверное, народ бы приходил такой. Здравствуйте, а можно нам номер? Им давали бы ключи, и они уходили вон туда, в ту часть. Хотя не знаю, сейчас туда пойду, вроде лестница там. Обалдеть. Я так понял, стройку тут вообще забросили. То есть, смотрите. Заливали. Но не дозалили. Или как он называется? Вот тоже, смотрите. То есть, стенку какую-то делали и не доделали. Как всегда, наверное, какой-нибудь кризис 90-е. Лестница вся уже, смотрите, устарелая. То есть по ней даже опасно, говоря, ходить. Посредине. Я не знаю, что здесь должно было быть. Смотрите, дерево. Ну что, пошли? Что? Пошли? Пошли?
кстати, маленькая предыстория. Это я место видел, пролетая на вертолете. Мне всегда было интересно, где же оно, так как я его найти не мог. Я тут ездил на машине, искал, но никак не мог понять, где же оно находится. Вот как раз, слышите, вертолет пролетает. Вот примерно таким же, так же я пролетал его и видел. Вот. А нашел я его, потому что какой-то тоже влогер парень, не знаю, он снимает на квадрокоптер и снял как раз вот эту гостиницу, на квадрик. И я как раз посмотрел, что он облетает, какие места примерно, и понял, что надо ехать сюда. И нашел сразу же дорогу, кстати. Спасибо тебе. Может, где-то тут подсказка будет на твое видео. Интересно, смотрите. Колокольчики. Время колокольчиков. Но фишка в том, смотрите сюда. Странно, зачем это? Большие номера такие были бы. Не хотел бы тут кого-нибудь встретить. Лифты. Вон, сколько цемента выброшенного. Да уж. Столько убить. Времени убить на такую стройку. Серьезно. Посмотрите, да? Посмотрите, да? Посмотрите, да? На этом мое видео заканчивается. Всем спасибо. Пока. Пока. Тут еще есть трансформаторная будка, еще какие-то постройки, недостройки. Ну, я все решил не обходить уже. Они такие одноэтажные. В принципе, ничего такого интересного.